Какой клёвый котик. Вообще. С капюшоном. Это он на шпагате, да, такая лапа? Нет, это он так стоит. Это хвост. Классный. Ой, котик. У него ручка, да, с ключами, типа. Две лапы, а здесь у него хвост. Я думал, это он ногу такой тянул. Нет. Сзади. Классный. Надо спасибо ей написать. Вообще классный, вообще. Сколько радости, да. Бровки такие, бровки. Ну, подарок от тети Лили. Маринки. Пограничное управление ФСБ России по Омской области. Страшно тебе? Нет. Одеваю, одеваю. Хрена тут придумали, замуту. Прежде чем зайти, нужно пройти очень длинный и сложный путь. Да, вот так вот. По вот этим вот. Отфильтровка на загогулине. Проветривание населения перед входом. Да, Леруа сгрели, закрыли. Сейчас они вот такие меры безопасности сделали. Даже здесь написали. Санитайзер поставили. Липкая. Дальше смотрим, здесь дистанция 1.5 метра. Все соблюдают. Как обычно у нас делается через жопу. Похоже, но не наши. Слишком мы так кирпичи ушли. Не найдем. Вот, смотри. Не найдем, короче, мы таких. Значит, где-то будут наши. Что мы вообще другой сделаем коридор? Да, конечно. А чё? Зеркало. Вот еще какое зеркало. Еще зеркало. Обратите внимание, вот зеркало. Посмотрите, это вы идете. Так возле каждого зеркала. Неправда. Слишком светлое. Нет, это не такие. По-моему, вот такая у нас. Нет. Ну что споришь? Ты со мной споришь? У меня вишня, я помню, что я делала дверь вишня. Это вот больше такая, но потемнее. Нам еще лампочки. Лампочки надо. Давай какой-нибудь ночник возьмем. Смотри какой. Зачем нам ночник? Ну... Мы ночью спим. Мне очень нравится. Давай вот возьмем. Как же такое? Вот он вот так вот светится. Вот этот жопой. Ну, это точно интересно. Или там. Ну, прикольно. Вот это еще. Две здоровые лампочки. Неси, неси. Ты с вами в слове вела. Ой, наглый. Я вообще не хотел сюда. Дюпарь. Здорово, здорово. Это ты с ними? Курит в черном рапторе, вот как смотрится. С нас сделали пункт для голосования. Молокое. Милиция стоит. Помимо других говорят, еще какие-то говорят. Стирайте теперь. А. Что теперь? Выбирайте. А, да. Скидки. Скидки вам могу предложить. 3000 рублей на обучение в автошколе, 15% скидка на пироги есть. Вот еще Галамар. Тоже категория 9. Скидка? Галамар 10%. Аптека 50%. Давайте аптеку. Оптикартопедия тут также 50%. Отлично, спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Ты не будешь заполнять? Нет. Это дочери подруга выиграла. Тоже категория 9 у тебя. Ну все, скидку выбирай. Это скидка, да? Девочки, а вот здесь что? Давай, серьезно. Возьмите провиант. Да, сами давайте. Провиант, пирог купите, поедите хотя бы. Спасибо. Сколько процентов скидка? 15%. Все. Пока покидаю, здесь мужу, говорит. Здорово. Здорово. Приехала Тойотка.
на заправку. Что-то у него где-то кто-то заправлял и вытекло. Тут большой отвертку дать может? Да, давай. Закручу. А хули делать? Надо рыбачить, да, быстрее. Ну такой он неплохой, маленький, но спинник-то хороший. Так это половинка. Легенький. Катушка неплохая. Вот нормально, вот здесь вот нормально. Здесь щука, карась есть. Вон там судак. Ясь, ясь. Выпускаем все нафиг, что осталось. Парни уже готовятся к рыбалке, настраивают удочки. Сейчас что-то поймают. Будем здесь уху варить. Заливаем масло вам. С ультрафиолетовым индикатором. Сейчас будет видно, куда что девается. Поехали, заправлять. Так, приехала Honda CR-V. После замены двигателя, правильно? Да, после замены двигателя. Поменяли мотор. Тоже iFTEC мотор. Попутно тут еще кое-что поменяли. И систему конденсации реагирования. Все справились. Выпустили. Хотя можно было, в принципе, откинуть просто компрессор, говорится. Но здесь сложно его откинуть, потому что он внизу. Ну, с ямой только если. И все продуваем. Продуваем, выгоняем оттуда воздух после замены мотора. Там воздух в системе, надо его выгнать. Что воздух там не нужен. Ну и проверяем соединения, которые видим визуально. Но на компрессоре там, а вот так вот видно маленько. Но зрителям ничего не будет видно. Сейчас я фонарь возьму, но зрители все равно ничего не увидят здесь. Радиатор снизу, соты уже видите, забиты. Забиты соты, радиатор внизу не продувается. Это вот так происходит, ребята, от керхера. Все вот это вот забито керхером и камнями. То есть КПД у радиатора уже низкий. Заводите, включайте кондиционер. Ну, работает неплохо мотор. Так, все отлично, компрессор пошел. Поехали. Под ними пошел фреон. Надо новый баллон уже доставать. Не-не, он только начал заправлять. Сделать, пожалуйста, 1500 оборотов. Вентилятор на полную, температуру на минимум. Ага. Так будет быстрее. Качает компрессор хорошо. Отлично, я бы сказал даже. Вот пошла белая пена. Отдамала фреона. Такая белая пена. Сейчас я вам покажу, когда будет, как говорится, подход к уровню, как изменится вид в окошке. Вот сейчас залили уже почти туда 400 грамм, почти. Сейчас идет белая пена. Добавляем еще. Смотрим окно. Давление сейчас будет 20 атмосфер. Включится вентилятор на вторую скорость. Почему 20, а не 17? Потому что у него показывал низ радиатора, соты забиты, заломаны. Придется охлаждать. Давление большое. Берем опять дрочевальную машину мою, любимую, которая меня уже заебала, блядь, мягко говоря. И охлаждаем у радиатора, не промываем, охлаждаем. Соответственно, давление упало с 25 до 16 атмосфер. Охлаждать, чтобы понизить давление. И поехали добавлять последние 100 грамм. Без 100 грамм никак. И смотрим сюда в окошко. Здесь давление растет вследствие того, что радиатор снизу забит, даже с охлаждением растет. Так, и вот пена пропадает, появляется чистое окно, становится видно дно. Вот видите, вот так выглядит полная система, ребята. Когда идет чисто жидкая фаза, видно дно. Все, готово. Процесс закончен. Качает хорошо компрессор. И труба эта должна быть холодная. Это обратка испарителя, она охлаждает компрессор. Если она будет теплая, что бывает на старом фреоне, либо когда его мало, то компрессор перегревается. Поэтому всегда смотрите по весне, чтобы трубка эта толстая была холодная. А если она будет совсем ледяная, значит у вас забит салонный фильтр. Нет отвода холода в салон. Бывает даже и не бывает на ней, когда салонник там забит. Она даже и снегом покрывается, бывает. Вот так вот, по ЦРВшке. Все готово, можете сбросить оборот. Я думаю, что дует у вас сейчас хорошо, ноги уже мерзнут. Я поставил пока сюда, это будет на меня. Ну все, спасибо большое. Счастливо вам. Гарантия будет до конца лета. До конца лета. Если что-то не так, приезжайте, заправим бесплатно. Это на тот случай, если где-то утечка, я ее не нашел. Вот такие грузовики. Песок повезли.
О, Фёдор приехало такое. Что это такое вообще? Что это за машина такая здоровая? Авенсис. Авенсис. Даже без решетки не узнать его. Готовился. Вот с такими красивыми, да. Подготовился к заправке. Все открыл, бампер снял. Молодец. Масляное пятно было. Надо проверять, да, бампер? Ну да, хочу отприсануть, я вчера списывался с тобой. Понял, сейчас присанем. Такой же, как у меня стоит. Предохранитель, выключатель. Сейчас только баллон нагрею и присанем. Это в Карвине. 1400 за опрессовку с индикатором. Я за 200 рублей делаю, у них 1400. В Карвине, да, так? Ну. Офигенно, слушай. Да, блядь, сказать не дают. В общем, опрессовка у них такая. Не дешевая. Поставил я чайничек. Газ вроде горит, да, горит. Одни грузовики носятся. Даже поговорить не дают. Поставил чайничек, сейчас подогреем. Давление в баллоне нагоним до 8-9 атмосфер. И будем опрессовывать вот этот угол радиатора, который в маске. Скорее всего, где-то там вот в этой трещине или... Так визуально не видно. Смотреть, может быть, где-то и с той стороны даже между ними. Так, все, подогрелся чайник. Погнали. Открываем баллон и поливаем. Поливаем чайник кипятком. Все, давка пошла потихоньку. Медленно растет что-то давление. Но растет. Питок сегодня неправильный у меня. Так, пока почему-то 7 атмосфер только. И поливаем угол радиатора, смотрим, где тут что. Начинается дождик, камеру убираю. Запускай аппарат. Включай кондиционер на полный холод, вентилятор на полную, температуру на минимум. Закрылки 15, все как надо. В общем, на 9 атмосферах я дырку не нашел, поэтому заливаем туда масло с индикатором. И в процессе эксплуатации будет видно. Кондиционер пока не включился. Вентилятор включил на полную? Да. И АЦ включил? Включил. А он пока не включился. Кондер, может где-то по питанию что-то. Компрессор пока молчит. С внутренним приводом. Потому сейчас будем разбираться по питанию. Где там что, какие провода к нему не идут. Либо датчик. Чем всегда есть причина неработы кондера. Сейчас будем искать. Сука, опять начинается дождь. Приехала к Камри снова. Починил вентиляторы свои. Но куда-то у него здесь подевалось маленькое давление. Появилась пена. Теперь у него работает наконец-то. Да, блядь, сегодня возят. Наверное, там перекресток наконец-то делают. Доработал у него вентилятор второй. Брызгал по системе и не нашел, куда что делать. Все целое. Маленько давка у него просела. Тут появилась у него пена в окошке. По этим всем соединениям все нормально. По соединениям вообще все четко. Короче, непонятно. Просто добавляем ему фреону. Это та машина, где мы экспериментировали. Пытаюсь показать, что новый фреон лучше старого. Чуть-чуть буквально я добавил, и пена ушла. Вентилятор сейчас на первой скорости. По давлению 16 по нагнетанию, 2 на всасывание. Давление для этой температуры отличное. Чуть-чуть совсем добавил. Вообще чуть-чуть. И все, и окно заполнилось прозрачно. То есть буквально грамм 30, наверное, всего. Что? Я открыл кран и сразу закрыл его. И окно полное. Все. То есть просто сегодня холодно. А вентиляторы у вас оба работают. Радиатор чистый, поэтому такое хорошее охлаждение, такие низкие давления. Давайте посмотрим. У него есть дырка. Дует теплым пока. Наверное, там не переключили на холод. Да, у вас на стоит наоборот. Наоборот крутите. Вот. Ну. Да, и теперь сейчас ждем холода. Сейчас оно остынет. Во, во, во. Все, появляется. Еще маленько подождем. Как членам профсоюза? Надо это самое делать, антибактериальную обработку вам, как членам профсоюза. Тут также у нас в окне жидкий прозрачный, но видно, оба вентилятора крутятся. Это хорошо. Да панель вы нагрели, пока еще не зима. Воздуховоды нагрелись от печки так, что... Уже, а? Ну, получше. Сейчас остынет, будет получше, но никуда не денется. Физика процесса-то везде одинаковая. Вот, потрогайте, где получше. Аккуратно, да. Саму трубу. У нее и на скорости конденсатора. Да, 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 да. В ту сторону она крутилась. Да, не в ту сторону. Сильно быстро ехал. Ну, отвлекся, я понимаю, просто бывает. Что теперь сделаешь? 30 грамм, как будто она похмелье 30 грамм. Да. Всем. Вот так бывает. Чуть-чуть добавил. Сейчас уже холод повалил, правильно? Зима. Да. Как говорится, с кем не бывает. Во,
О, все, сейчас уже пальчики мерзнут, конкретно мерзнут. Главное, что иконы есть. Он же нагрузку берет, компрессор. Нехилую нагрузку берет. И расход топлива больше на 10-15% с кондиционером. Все. Как говорится, желаю здравствовать. Это как на зимой на отогревах. Приезжаешь заводить машину, она стоит на буковке D. С электроприключением передач на букве D стоит. Естественно, она не заводится. Так, так и так в данном случае. И снова приехала Камри, у которой компрессор не включался. Сейчас у него включился компрессор. Как казалось, тут провода были перебиты. И все, случайно нашел, да? Не говори, повезло. Дергал, как все заработало. Даже, говорит, холод повалил. Так, ладно, заряжаем тогда, продолжаем заряжать Камри по весам. Потому что окошка тут у него нету. Нету окошка, видите, нету окошка. Подержи 1500, пожалуйста, чтобы быстрее было. Вентилятор на полную, температуру на минимум 1500. Только горячий не включай, как прошлый владелец Камри. А весь, он горячий поставил, приехал, говорит, не работает кондер, горячим дует. Машина черная, тебе без вариантов, как говорится. Ему поможет только кондер. На клапана нынче делают, ребята, вот так. Вот такое офигенное качество клапанов. Бурлит. Красиво. Спасибо. Да, счастливо. Гарантия до конца лета. Спасибо, удачи. Поехал довольный. Охренеть, у меня чуть iPhone не перегрузился от такого сигнала. Жесть. Бэха опять едет. Красивая. Чё-то надо ей. Еще одна бэха. День BMW черных. Все на черных BMW ездят. Да. Сейчас, Дима. 2 секунды. Сейчас она работает? Ну, есть шелест, конечно, есть, да. Значит, подшипник на компрессоре начинает шуметь. Проверяем бэху с давлением. У нее порядок. 2 на 17, 2 на 16, 2 на 15. То есть по френу у него все заебись. Вторая бэха, все, знакомый приезжал, друган, уезжают. Там все в порядке с френом. И по давлению, и по объему все нормально. То есть система полная. Значит, подшипник. Поехал. Корабль. Вторая бэха поехала. Но диски у нее огонь, конечно. Агрессивно он ездит. Наступила ночь. Поднялся ветер снова. В общем, пора домой.